снова печальные новости. Скончалась актриса Марина Макарова. Сниматься актриса начала с 1998 года, дебютировав в короткометражке «Яблочки». Известность ей принесла роль Веры Лебедевой, сыгранная в первом сезоне популярного криминального детектива «Убойная сила», рассказывающего о работе питерских ментов. Позже она появилась в лентах «Чужое лицо», «Секретная служба», «Его Величество», «Литейный 4», «Хвост», «Колыбель над бездной» и других. Летом 2020-го стало известно о тяжелой болезни Марины Макаровой. Актрисе диагностировали рак желудка 4-й стадии. Актриса прошла курс химиотерапии в Костромском онкологическом диспансере. Следующий оказался невозможен из-за большой потери веса. Труппа театра объявила сбор средств на лечение Марины в Московском онкологическом центре имени Блохина. Ушла из жизни Марина Макарова 18 июля 2020 года. Напомним, Марина Макарова родилась 30 сентября 1974 года в Костроме. В подростковом возрасте увлеклась театром. С 13 лет начала заниматься в Костромской театральной студии «Друзья театра» под руководством Александра Семенова. Окончив среднюю школу, поступила в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Училась на курсе Томашевского. После окончания академии сотрудничала с театром «Приют комедианта». Играла в спектаклях «Эти свободные бабочки», «Тетка Чарлея из Бразилии». Затем вернулась в свой родной город и стала ведущей актрисой Костромского камерного театра, на сцене которого создала целый ряд запомнившихся зрителям образов. Например, Ханума, «Три толстяка», «Вечера на хуторе», «Близ Диканьки» и многих других. Подробности своей частной жизни она не разглашала. Светлая память артистки.